Музей-заповедник «Родина Ленина» отметил свой день рождения в теплой домашней обстановке, за чашкой чая с блинами и в кругу друзей. Поздравить именинников пришли те, кто помогал и помогает сохранять, реставрировать, восстанавливать архитектурные и исторические памятники, расположенные на территории музейного комплекса. Поздравляем их с их датой. Я им желаю процветать и здравствовать, чтобы вот это место для нашего города, оно и так является в определенной степени сердцем. И пусть это сердце бьется еще долгие годы. Историко-мемориальный квартал был создан 36 лет назад. Располагается он в историческом центре современного города. И это само по себе уникально, поскольку в 20-е и 30-е годы, а затем в 70-е годы прошлого столетия город был существенно разрушен и реконструирован. Ко дню рождения учреждения на здании музея «Симбирская фотография» был установлен знак, обозначающий площадь, названную в честь Александра Зубова, который 25 лет возглавлял государственный историко-мемориальный квартал. Кроме того, в день рождения состоялось открытие нового рекреационного пространства. Мы будем проводить здесь массу музейных мероприятий, не боясь, что наши дети подвергнутся какой-то опасности со стороны транспорта, дороги и так далее. И мы будем иметь возможность встречать здесь экскурсионные автобусы. На площади Зубова в этом году установили декоративный забор из штакетника около музея «Симбирская фотография». Также установили малые архитектурные формы. Работы по благоустройству продолжатся и в следующем году. Ирина Антонова, Даниил Сурков, новости Улправда ТВ.